Так, включим вот так. Medial error. Так, система бутер версия 1.02. 2012 год, Yamaha Corporation. Теперь включим вот так. Так, система бутер версия 1.02. 2012. Сейчас она должна запросить прошивку. Да. Пожалуйста, вставьте инсталлятор медиа. Ну, для этого надо его сначала скачать, подготовить. И попробуем прошить. Так. Залил я на флешечку. Сейчас попробуем. Вот я потом ускорю, вырежу. Кнопочку нажал. Так. Хорошо, сейчас ставим. Так. Start installation. Есть. Поехали. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, тут будет долгая песня. Включу, как загрузится. Так, вот пятый шаг пошел уже. Ну что ж, похоже, все получилось. Долго загружалась она. Ну, теперь еще пусть постоит немножко. Повключаю, повыключаю. И на этом все. Хорошо, что хорошо кончается. Дело в том, что на эти инструменты Yamaha делала отзыв по материнским платам. Там в определенный момент шли бракованные именно платы. Не чипы, не схема, не прошивка, а именно платы. Есть сервис нот, в котором они официально это признают и меняют плату на новую. Вот. Ну а пока всем пока, а тут вроде бы не тот случай, и слава богу.